есть, уже говорю, я поэтому хотел бы, чтобы вы приняли к сведению эту информацию, ту, которую сейчас я скажу. У нас не должно вот это ляписная стрельба. Вы, если у вас, вы сдаете в аренду, допустим, разное, есть такое, наверное, да? Есть. Определите, вот архитектор есть, вы можете сейчас сказать аргументированно. Я, насколько знаю, что на одной платформе должны быть названия. Не должны быть внизу, вверху и так далее. Поэтому, допустим, если 10 дней, постарайтесь привести в порядок. Сложно. Сколько? Я думаю, в течение месяца. Хорошо. Сделайте образцовое здание. Мы сейчас будем по остальным говорить о том, что проходить. Мы даем добро на месяц. Но сделайте, проведите работу. Мы будем говорить те предприниматели, которые смотрят за своим же зданием. Но мы должны вписываться в одну архитектуру. Соответственно, этих предпринимателей будут поощрять законным способом. Добро. То есть у вас достаточно возможности, чтобы это привести в один стиль. Ну, есть, да, есть у меня уже регламент. Хорошо, ворота ваши в один цвет, ну там тоже цвет у нас серый, да, определенный, да. Серый цвет, он этот цвет, его легко найти и принципе недорогой в отношении других цветов, поэтому сделай, да, поручни вот эти, чтобы, ну, один слон, хорошо, месяц, сделайте комплект. Все, спасибо. Так, а дальше уже не вы? Берем, как говорится, вот на контроль те предприятия, которые ну а учитывая, что здесь предприниматель нашел время, вышел на совещание, да, хотя мы приглашали, и соответственно мы даем здесь месяц, пусть приведет порядок, и оно должно быть у нас как быть примером. Но здесь архитектора я попрошу помочь, чтобы было все однообразно. По материалу, которое выполнено здание, да, в принципе, оно соответствует, если все отмоется, и на одной линии, в середине, соответственно, на одной платформе получается название разных фирм, но на одного цвета платформе. Тогда будет однообразие, а то, что вот как вот глядится, вот это то же самое. Ну и, соответственно, здесь КУМИ тоже ставлю задачу, много незаконной рекламы. Кто у нас занимается местом торгов по рекламе, где у вас строго, сколько по городу официально, насколько я помню, 30 у нас только официальной рекламы проторговано, 20 на процессе формирования разрешения, все это незаконно, поэтому необходимо убирать незаконную рекламу. Все.